это считается одна из путевочек в цену 900 долларов. Да? Я имею в виду для любительской камеры. 900 долларов можно купить. Для любительской. Это в России или в... Хорошо. Купим. Что-то, и он снимает участок, что ли, что он делает? Он снимает картину, все он снимает. Устроим сегодня эти американские танцы. Тумба-юмба. Ой. Это мы за 3-4 дома работаем. За этот дом, который бросал, за тех людей, которые бросали, и за этого нахала, который там сгребал. Сгребал в ту кучу. Ну а теперь куда они мусор? Значит, они убрали? У вас есть свалка? Нет, на свалку этот гражданин вывозит за деньги. Я понимаю, но теперь куда они будут? Хотя попробуй, да не попробуй. Кто-то пакет хоть бросит. Сразу, все. Я тут же. Так это самое, у вас нету такого высокого забора-то? Пока нет. У нас ничего нет. Мы начали 3 дня назад только чистить вот тут. Родецкая. Так и Хохова рассказывает. Значит, существуют евреи хасидские, ну там, и наши русские. Европейские. Значит, хасидские евреи поют так. Правильно, остальные все так. Мимо. С вами памятный. А. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. А русские евреи поют. На-на-на-на-на. А у меня парень играет на саксофоне. Ну да. Значит, ему это кайф. Он говорит, я хочу, чтобы у меня поиграли перед рестораном. Иди сюда. Значит, мы у него играем. Какой-то. Мы играем целый сезон, мы играли там. Мы там играли. Я причем не хотел играть, а парень это говорит. Слушай, ну все-таки пафосно, мы играем там на публике, там, в ресторане. Приятно. Хорошо, приятно, да. Мы играли. И покормят вас и все. А? Покормят. Ретро, но звук у них. Нет, это продумано то, что если вот частоты благороднейшим образом возникают. Ну то, что вот это раковина. Это раковина, конечно. У них объем-то. Объем у них большой. Объем, у меня такая срудинка очень. Она, значит, ретро. Ну да, она вроде. И звук такой в нее сейчас послушаю. Вроде хард такой. Ну, это не хард, но вот у меня 2 мундштука, на которых я играю. Так. Можно можно покупать разные конусы, они что же бывают разные? Да, или просто. Так. Теперь вот эта сурдина, которая... Игорек, ты снимаешь, да, пока? Так, это сурдина, которая... Вот мне нравится очень такой звук интересный. 30-е годы. Ну да, да, сейчас неожиданная жара в Москве. Ну, дадим отбой, конечно. Машка, при... Почему вы мои люстры из той квартиры не снимете, а? Их уже во что превратили?